свою роботу він порівнює з роботою лікаря і називає себе хірургом, який лікує взуття. Робота творча. Це не те, що там просто гвозді забили, все там, как бы, знаєш. А тут воно в нього влаже, що є такі тонкості. Ну, я это действительно сравнил как хирург по обуви. То есть хирурги, они латают обувь. Почему? Потому что они влазят в такие вещи, ну, и стараются это сделать так, чтобы это было искусно, хорошо, и человек мог дальше жить. Обувь я сравнил то же самое. Если человек приносит какого-то покойника и говорит, воскресите его, мне он нравится, я в нем очень влюблена, там обувь мне дорога, там, то ты стараешься сделать так, чтобы сделать, чтобы человек еще мог поносить. Так я это бы и делал, а что делать? И человек доволен, и мне от этого хорошо. Олег Зайцев почав працювати швецем 16 років тому. Спочатку професія його не зацікавила. Причина банальна – потрібно сидіти на одному місці. Але згодом Олег зрозумів, що лагодити взуття – вдячна справа. І в нього з'явився азарт. Апетит приходить во время еди, правильно? Когда особенно ти, у тебя особенно получается что-то. И я смотрю, люди начали довольны быть. То есть они начали быть благодарными, говорит, вот, мне нравится, я приведу вам знакомых. Вот. И это дело мне как-то начало больше по душе. Професія накладає свій відбиток і на інші сфери життя. Олег захопився не тільки справжнім взуттям, а й його мініатюрами. У нас вдома, у мами, стояв вот такой башмачок, вот такой, вот такого плана, такой он был позолоченный. И я все время на нее смотрел, думаю, ты что так классно вот сделано, как вот работа, творческая мысль сработала, человек это же как-то нарисовал, мне пришла эта мысль, и он эту мысль воплотил ее и сделал ее, вот что она стоит, как теперь вот радует глаз. Глиняні, мідні, дерев'яні та паперові, плетені, випілені та запаяні. Колекція Олега налічує вже більше 200 маленьких червичок. Это сделано с меди, вот, тоже очень тонкая работа. Почему? Он паяный, но сделанный настолько искусно, что он как вроде как пепельница, он, ну, под пепельницу сделанный. Но сделанный очень непросто так его сделать именно. Это с Голландии, вот она, расписная такая. Очень тоже интересный момент такой, выпилить ее в такой пропорции, как еще плюс еще обрисовать, ну, я считаю, это тоже, ну, как типа по Петриковке, да, такое, да, наше такое современное. Є у колекції і оригінальні екземпляри. Здесь в нем ценность в чем? Непонятно, как они его собрали. Почему? Потому что сам шов, он, во-первых, идет плоский, она не клеенная сама, этот, ну, обычно как приклеиваешь, а потом прошиваешь. То здесь оно не клеенное. Плюс еще, это ж маленький туфель, это ж не то, что большой какой-то, знаешь, там его просто да, подлезть, там его это сделать его. А это ж еще вот тоненькая тут вот эта вся. То есть, ну, как каждый специалист, он понимает, который делает руками, как это не просто сделать. Олег ценує кожен червичок. Мне тут нравятся вот именно плетеные. Вот типа, да, казалось бы, вот с чего начиналась эпоха. Туфлі, да, валенки, традиційні, раніше наші діди ходили. Шукає Олег мініатюрні чобітки усюди. Глаз прилипати к этому. Увидел где-то, о, сколько стоит, беру это. І так потихонечку, і плюс ще люди начали, вот увидят, кто-то ж приходит из заказчика, видит, ой, а у меня такой башмачок дома стоит, там, типа, он мне не нужен, там, знаешь, он принесли его, там, кто-то еще что-то, ну, то есть, и таким образом, я смотрю, начало обрастать это все, не вопреки моих там особых там усилий, так скажем, понял, просто мысль начала в этом направлении двигаться и взор обращаться. Ну, этому туфлю, может, уже лет 30, как и он, у него он передавался по наследству, там, ну, просто он так понял, что он увидел эту коллекцию, думает, надо лучше пускай он здесь стоит и больше, то человек, который немножко разумеет, который это изготавливает обувь, и как непросто сделать именно вот такую туфлю, вот именно в этой колодочке, сшить вот так вот все аккуратненько на машинке, причем в коже, и сделать это так, обрезать, это надо быть очень серьезным мастером, чтобы вот так вот ее воплотить ее так вот в таком виде, как она есть. Олег надихається людьми, які створюють мініатюрне взуття. І мріє швець не про наступний червичок. Він мріє про особисту зустріч з майстрами, щоб висловити своє захоплення їхньою роботою.